Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня мы проводим еще один урок по программе Photoshop Pro. Это будет урок номер 16 о том, как создать новогоднее слайд-шоу в одном слайде. Небольшое новогоднее слайд-шоу. Итак, открываем новый проект. Вот он выскочил. Закидываем фоновое видео, но у нас их много, благо мы их делаем, поэтому с этим проблем нет. Ну, здесь вот убираем эффект, не закрывается у нас, редактируем слайд сразу, значит, ставим 40 секунд. Пятерочку убираем, вот, выделяем слой, и чтобы нам музыка не мешала без звука, и повторять, так как у нас 30-секундное видео, я не стал искать более длинное, вот, мы его еще раз крутанем, и 40 секунд получится, ничего страшного, это же пример, это не делать, чтобы небольшого рывочка не было. Так, что теперь далее делаем? Вот у нас получился фон, новогоднее видео. Ну, это те фоны новогодние, которые мы часто делаем и показываем, выкладываем их в интернет. Ну, тут программка клипенькая, чуток подтормаживает. Теперь добавляем слой. Ну, естественно, фотографию. Что же мы еще добавим? Вот елочку добавим. Открыть. Так, и вот эту елочку так вот растянем, чтобы она у нас была вот так. Не знаю, ставить масочку, не ставить. Рамочку может какую-нибудь выбрать. Тут у них рамочки есть. Ну, не шибко красивенькие, но есть. О, вот такую может поставим. Беленькую. Не хочу никакую. Ну, примените. Размер не будем увеличивать. Применить что-то будет посимпатичней. Ну, вроде как. Вроде как получилось и посимпатичнее у нас. Так. Ну, чуть-чуть вот так вот сделаем. Теперь заходим. Кадрировать. Вот. Ставим не свободные, а ставим запомнить текущие. Аутокадрирование, чтобы при замене фото. И все это применить, чтобы оно не ползало и не бегало у нас по размерам. Вот. Рамку не будем, ой, маску не будем ставить. И так сойдет, как говорил Заяц. Так, теперь же анимацию какую-никакую надо включить. 2 секунды даем на переход, 3 секунды после перехода на открытие и 3 секунды на просмотр. Я думаю, этого хватит. Будем делать через появление слоя. Появление слоя. Значит, итого, слой у нас появится начало анимации на 2 секунде. Длительность анимации у нас будет... Ну, побыстрее, чтобы дело не длительное очень было. Так, теперь частички применим. И вот это вот они, маленькие, симпатичненькие. Применить. Вот. И посмотрим, что у нас получилось. Ну, так вот симпатичненько вроде получилось. Можно масочку другого цвета сделать, там постараться. Ну, мы оставим беленькую такую, снежок вроде. Стоп. Вот. Дальше заходим. Копировать. Я здесь, чтобы не скидывать. Копировать. А то ручонки старые дрожат. Вставить. И вот здесь меняем сразу. В принципе, слой заменить, чтобы не забыть. Обязательно. А то столб-то какой. Теперь заходим в анимацию. А появление слоя. Значит, почему именно такие цифры ставлю? Смотрите, на 2 секунде это заканчивается переход, 3 секунды на открытие и 3 секунды на просмотр.
Кому надо больше, тот регулирует сам. Не помните, что ставите, записывайте на бумажке. Вот. И поэтому на 8-й секунде просмотр у нас этого заканчивается. Начинаем теперь здесь с 8-й секунды. Опа-па, у нас тут аж 9, 8. И длительность 3. Так, частички выделены, все, применить. Ну, посмотрим, получилось или нет. Фончик у нас крутится, как обычно у них с тормозами. Прошло 3 секунды, вот она должна постоять. И вот вторая, 3 секунды, клепс, и тоже закончилось. Стоп. Теперь слайд. Ну, тут единственное, копировать, ставить только. Копировать, ставить. Вот. Сразу же. Не забываем заменить. Я часто забываю, грешен. Ничего с этим не сделаешь. Вот. Ну что теперь? Заходим в анимацию. И появление слоя. Опять же, мы делаем через появление слоя. Аналогично можно сделать, ну как сказать, можно сделать через закрытие слоя. Ну, данный урок я провожу через появление слоя. Будет интерес, проведем и через закрытие слоя. Господи, вот горе большое. Здесь мы начинаем с первого слоя, а там будет начинаться с нижнего слоя, а там будет начинаться с верхнего слоя. Так что ничего страшного в этом нет. Итак, здесь теперь прибавляю 6 секунд. Ставим 14. 3 так и оставляем. Смотрим, чтобы тут было выделено, и тут было. Частицы можно ставить разные, на разные, это, ну, это кому что угодно. Я ставлю одни и те же. Применить. 6 фотографий мы поставим. Вроде все разные. Копировать. Вставить. Это я почему сразу? Заменить, чтобы не забыть. А то, как в той песне. Что-то с памятью моей стало, все, что было, не со мной, помню. Ну, вот такую елочку откроем. Вот. Так. Замечательно. Теперь заходим в анимацию. Все то же самое делаем. Прибавляем 6 секунд, появляется 20. Ух ты. 20. Длительность 3 у всех. Применить. Но смотрим, чтобы, не дай бог, не соскочила частица. Можно другие переходы ставить. Здесь есть и стандартные. Вот. Но мне это не нравится. Есть и градиенты. Кому что нравится. Но я люблю через частички. Вот. Закрытие, открытие через частички. О, 1:50. Вот так вот. Вот так вот. Вот. И нафиг вам сколько... У нас тут было там, в предыдущий. Слайд вот слетел уже. Значит. Та-та-та-та-та-та-та. Так, появление слоя было на 14-й. Вот. Значит, здесь должен появляться слой на 20-й. Ты закройся ты. Слайд. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Этот должен появляться на 20-й. Блядь. Что-то нажалось не то. Отменить. О. Что-то нажал, но куда-то мышка заскочила и тю-тю. Вот, на растянуть, похоже, нажал. Анимация. Появление слоя. Вот здесь будет 20. Что-то программа ерунду какую-то периодически пишет. 23. Смотрим, здесь выделено, здесь выделено. Вот вам и программа. Слайд. Копировать ставить. Копировать. Вставить. Так, верхнюю меняем. Заменить. Может, на шампусик или на елочке.
отсюда симпатичненько больше не осталось. Вот эту что ли поставить. Так, анимация. Появление слоя. Так, здесь будет 26, а троечку так и оставляем. Выделено. Оп, перелетели. 26 и применить. Так, есть, я не проверяю, если что, потом подправим. Копировать. Так, вставить. Вот это вот заменим. На шампусик у нас где-то был, там шампусик. Фоны. Новогодний шампусик. И где-то было советское шампанское. И чтобы найти. Вон советское шампанское с ликером. А где-то просто было. Вот оно, Савейское шампанское. Открыть. Так, анимация, появление слоя. Ну, здесь уже будет выделено 32. Применяем. Ну, вот и вроде все. Вот слайд-шоу создано. Нажимаем на всякий случай, чтобы отскочило назад. Поехали просматривать. Так, первая картинка открылась. Вторая картинка. А вот что-то соскочило. Не откадрировалось. Третья картинка. Четверть картинки открываются. Но какая-то картиночка не откадрировалась. И, по-моему, самая первая. Ну, что-то программа лоханула. Так, сейчас мы ее нафиг. Стоп. И посмотрим. Это первое. Так, они же должны все, да, первая картинка у нас, почему-то поставил кадрировать, все сделал как надо, а вот вышло все через не так, нет, один забери, так, кадрировать. Запомните автокадрирование. Ну, и что тебе не так? А тут вот слой. Автокадрирование. Должна одна другую накрывать? Нифига не накрывает. Ну, вот как-то так. И она открылась первая, и та, которая открывается сверху. Ну, единственное, что в данной ситуации можно сделать, чтобы закрылась первая, не знаю, что-то программа лаганула. Вот все пошли, а первая, по которой все выравнивалось, не получилось. Ну и произнеся старинное китайское заклинание. Так, сейчас мы это исправим. Ну, так не должно быть. Что-то программа тут у нас ушибка хитромудрая. Здесь вот добавим ключевой кадр где-нибудь. Ага, потом его уберем нафиг. Вон. И сделаем вот что. Па-да-па-па-па-па-па-пам. Кадрировать.
поставим свободное автокадрирование. Вот. И применить. Опа, так, чуть-чуть многовато. Замечательно. Сейчас чуточек отъедем. Применить. Еще чуточек кадрировать. Это вот если так случается, не через уменьшение, не через что, а вот так, через кадрирование. Применить. Все спряталось нафиг. И вопросов даже нету. Что с ней случилось, бог ее знает. Странная программа Photoshop. Стоп. Удалить, конечно, удалить. Нафиг он нам нужен. И посмотрим теперь. Вот что она нам лаганула. Так, первый открылся. Второй закрыл первый. Третий закрыл второй кадрик. Четвертый закрыл третий. Ничего не торчит снизу. Пятый закрыл четвертый. И шестой закрыл пятый. Все. Исправили ошибку программы. Но так быть не должно. Почему нам так сделала, не знаю. Ответ на этот вопрос надо спросить у разработчиков программы. Хотя вряд ли они на него ответят. Вот. Ну вот теперь можно, если она даст нам стоп. Посмотреть. Со всякими прибамбасами программа иногда капризничает. Иногда удается ей рога обломать, а иногда нет. Конечно, в очередной раз нельзя сказать, лучше прошел программа. Окошки маленькие, каждый раз скулит. Окошки маленькие. Фотошоу, конечно, неплохая, но часто-часто что-то она периодически в запой уходит. Вот так. Все, кино не будет, кинщик заболел. Урок мы сделали. Новогоднее слайд-шоу показали в одном слайде 40 секунд. А если вы сделаете открытие 4 секунды подольше, просмотр картинки еще 4 секунды, у вас будет не 40, а гораздо больше. Сделаете не 6 картинок, а 8-10, а кто и 12. Вот, то у вас получится целое слайд-шоу с поздравительными открытками. Вот. Ну, чтобы не дергался, не повторялся видеофончик, вот, то лучше его взять там на минутку, на полторы, на сколько у вас рассчитано видео. А если слабенький компьютер, так как многослойное получится, все-таки шоу у вас, вернее, слайд один получится многослойный, то лучше в качестве фона подложить фотографию. Вот, можно добавить еще гифок, но все зависит уже тут от мощности вашего компьютера. Программа, конечно, тоже будет сопротивляться. Это у нее предназначение такое. Вот. А еще очень много зависит от мощности вашего компьютера. Поэтому рассчитывайте на свою технику. Ну, собственно говоря, вот и все. На этом будем заканчивать. До новых встреч. Всего доброго. Всего хорошего вам. Не болейте в наше тяжелое время.